Кооператив «Жилищный баланс» уже на протяжении 10 лет помогает белорусским семьям приобрести свое жилье в рассрочку до 15 лет, когда собственных средств на покупку квартиры недостаточно. За 10 лет работы кооператива заселены уже более 2300 семей, из которых свыше 160 полностью выкупили свои квартиры. Поэтому неудивительно, что офисы, помогающие с приобретением собственного жилья, появились во всех областных центрах, в частности и в Бресте. За 5 лет работы офиса уже более 1000 семей заключили договор с кооперативом и накапливают на собственную квартиру. И для них мы приобрели уже свыше 150 квартир. К нам обращаются абсолютно разные люди. Это и молодые, и пенсионеры. Их объединяет то, что они ищут для себя удобный, приемлемый способ покупки квартиры. Большинство выбирает кооператив за то, что у нас можно вступать без первоначального взноса, комфортные ежемесячные платежи и низкие переплаты. И досрочное погашение позволяет сделать их еще ниже. Поэтому мы всех приглашаем на бесплатные консультации, где специалисты помогут вам разобраться в условиях участия и ответят на все ваши вопросы. Свое жилье доступно каждому. Ваше вступление в кооператив работает как накопительная система. Вначале вы заключаете договор и вносите ежемесячные платежи. Когда вы накопите 30 или более процентов от стоимости квартиры, то кооператив приобретает вам жилье, и уже проживая в нем, вы постепенно его выкупаете. Через кооператив вы можете приобрести как новое, так и вторичное жилье в более чем 160 населенных пунктах Республики Беларусь. Я специалист по сделкам, занимаюсь приобретением квартир для членов кооператива. И, на мой взгляд, самое приятное в моей работе – это видеть, насколько люди счастливы при покупке квартир. Кто-то выбирает квартиру на вторичном рынке, кто-то хочет новую. Кооператив позволяет купить квартиру как у частных лиц, так и у застройщиков. Многих наших участников привлекает то, что при заключении договора не обязательно точно знать, какую именно квартиру вы хотите, сколько в ней будет комнат, новая она будет или нет. Плюс в ходе участия в кооперативе мы оказываем консультационную и юридическую поддержку членов кооператива. Достижение мечты о собственном жилье требует желания и усилий. Брещанка Тамара Косянюк воплотила в жизнь эту мечту благодаря жилищному балансу. Спустя 3 года после вступления в кооператив она заселилась в собственную квартиру. И отмечает, что участие в кооперативе не только сподвигнуло ее поменять место работы, но и изменить свою жизнь к лучшему. Работала на то время санитаркой, 30 лет санитаркой в общежитии. Других выходов у меня не было. И тут я в Инстаграме наталкиваюсь на рекламу жилищного баланса. Я тут же звоню, записываюсь на консультацию. Ну да, пришла, послушала, мне абсолютно было ничего непонятно. Вот. Ну, дали информацию, почитала интернет, днем и ночью я все это изучала информацию, что понимала, что не понимала. Через месяц я пришла и вступила в кооператив, все равно ничего не понимая. Вот. Первый год были сомнения, конечно. Я интересовалась у кого-то, мне никто не поддерживал. Да, вот ты санитарка, ты не сможешь, да ты это самое, а чего, а как, а помощи у меня абсолютно никакой нет. У меня семья, я и сын. Вот. Но тут я взяла силу волю, я смогу. Вот уже, если в общей сложности 4,5 года я в кооперативе, минусов я не нашла, одни звездочки только. Вот. В кооперативе я пробыла 3 года и 3 месяца. Жилищный баланс, благодаря вот Светлане, вот, она вела мою сделку, и вот я заселилась, поменяла место работы, жизнь наладилась. Я счастлива, я всем рекомендую, вот, и советую развеять все сомнения. Волнения будут, волнения перед каждым новым шагом всегда они есть. Вот, но сомневаться не надо, подводных камней нету, это все реально. Сегодня кооператив «Жилищный баланс» – важный социально значимый проект в Республике Беларусь и насчитывает уже более 11 тысяч участников, число которых постоянно растет. Обратиться за консультацией можно в брестский офис кооператива по адресу улица Пушкинская, 6. И помните, дом – это не только крыша над головой, но и место, где рождаются самые теплые и счастливые воспоминания. Василина Буцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, новости Бреста.